Всем привет! Вы на канале Планета Страйкбола. Страйкбольный пистолет-пулемет P90 от компании ЦИМА. Модель CM-060B поставляется в картонной коробке. Комплект поставки включает в себя сам пистолет-пулемет, глушитель, пакет безымянных шаров, механический магазин, зарядное устройство, аккумулятор, лоудер и пластиковый шомпол. FN P90 – компактный пистолет-пулемет с компоновкой Bullpup. Внутри у данной модели специальный гирбокс 6-й версии. Отсек под аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы получить к нему доступ, необходимо снять тыльник. Для этого нажимаем на защелку и сдвигаем тыльник вниз. Здесь мы видим разъем мини-томия. Особенностью модели CM-060B является наличие имитации глушителя в комплекте. Глушитель просто накручивается на резьбу внешнего ствола. Страйкбольная реплика от компании ЦИМА выполнена преимущественно из пластика. Из легкого сплава сделаны внешний ствол и респланки. Переводчик режимов огня находится под спусковым крючком и имеет три положения. Положение предохранителя, когда спуск заблокирован, положение одиночного огня, положение автоматического огня. Чтобы получить доступ к регулировке хоп-ап, модель придется разобрать. Для этого вдавливаем пластиковый фиксатор и смещаем ствольную группу вперед. Здесь мы видим колесико регулировки хоп-ап, вращая которое против часовой стрелки, мы будем увеличивать степень подкрутки шара. Прицельные приспособления нерегулируемые, представлены мушкой и целиком, интегрированными в верхнюю респланку. Есть вертикальная респланка для установки оптических либо коллиматорных прицелов, а также боковые респланки для установки тактических фонарей и лазерных целеуказателей. Для крепления оружейного ремня предусмотрено две антапки, одна под респланкой и вторая в нижней части приклада. Чтобы установить магазин, толкаем его пяткой вперед и защелкиваем. Чтобы извлечь магазин, оттягиваем фиксатор и извлекаем магазин. В комплекте поставляется прозрачный пластиковый магазин с имитацией патронов внутри. Чтобы его зарядить, потребуется лоудер.